Опа. Червячки болеют всем. Антон, вернись в прошлое положение. Тебя не видно. Пенис. Червячки болеют все. CS GO RUN исполняется 5 лет. В честь этого мы запускаем самый громкий турнир по CS2 с призовым фондом 5 миллионов рублей. Совсем скоро ты узнаешь, какие про-команды будут бороться за главный приз. Также мы подготовили подарки суммой более 2 миллионов рублей. Успей забрать свой, а желаемые скины ты сможешь получить в RUN PASS, выполняя простые задания и участвуя в бесконечных бесплатных розыгрышах. Хватай промокод в закрепленном комментарии и забирай бесплатный скин для хорошего старта. Ждем тебя на CS GO RUN. И играем на самой сложной сложности. Блять, это пизда. Чувак, я, ну, это, чел, это самое интересное. Ну это пизда. На царь-бомбе играем. Ты понимаешь? Да, Долорес не... собирает. Царь-бомба, конечно, Дрейк, царь-бомба. Нет, Долорес не собирает, потому что Тед весит 3 слота. Нормально. Ты нет, Дрейк, блин, Тед ты собирает. Собираешь. Блять. Давай толстяк. Yeah. Толстяк. Слышишь, ты, блядь, дурак. Давай на самом сложном. Ты как базаришь, блядь. Толстяк. Давай на царь-бомбе, пожалуйста. Ну, блядь. Илья, ну вот ты мне не мать! Толстяк скучно. Толстяк скучно, уберите его. Ой, блядь. Царь-бомба. Царь-бомба тогда ты собираешь. Нет, ты собираешь, ты же говоришь. Блядь, я нихуя. Хорошо, тогда у меня 3 попытки. Нет. Три рестарта. Нет, три рестарта. Мы тебе доверяем, представь, что мы там потеряли сознание, и ты все собираешь сам. Да мы за 3 секунды не тогда проведем. Сейчас. Чувак, ты не выиграл ни разу на царь-бомбе? Выигрывал, но очень давно. Ну, ладно, блядь. Я вас ебал, блядь. Там сразу сбор. Да, я знаю. Молодцы. Бутылку сейчас уроню. Собирай. Макса! Я не пойду! Блин, не поместится! Я не пойду никуда! Макс, ты толстый! Я растущий организм! Блядь! Максон! Меня забери, блядь! Тоху! Блядь, нихуя больше нет, блядь! 3 слота занимает, пузо, блядь! Где Илья? Я там, в ванной! Пизда! Где ты в ванной, блядь? Тебя нету! Это кухня, блядь! Да вон справа я было, долбоёб! Тебя я беру, попить, поесть! Справа! Я прям спереди, вот прям спереди, а ты бежишь. Вот здесь? Прямо! Вот я. Блядь, сука, мелкий! Радио! Вот. Водичка! Вот. Бежать! Посмотри, ты нормально набрал. Ты чё устаешь? Нихуя, всё. Всё, пизд***. Вот то, чем взяли. Не. Блядь, ну это КГН. Нормально, блядь. Чел. Ну хотя бы радио взял. Так, пацаны, я вам сразу скажу, я никуда не пойду. Я тоже никуда не пойду. Так, я не пойду. У меня растущий организм. У меня аллергия. У меня я никуда проблемы. Не... О, 3 воды. Ну и хуйня. Ну радио есть, и фонарик есть. Нормально. И шашки. Короче, мы сидим где? В подвале. Да нет, давайте свой сюжет придумать. Мы читаем, дайте свой. Давайте свой. Хорошо. Мы 4 кемта. Еблан сквад накрыл. Мы проводили стрим-хату зимой. Да. И Джо Байден решил кинуть ядерную ракету на Москву. Старый маразматик. Да. Тем самым он взорвал стрим-хату. Ну, к счастью, на хате, которую мы снимались, был бункер. Да, прямо да. Под домом. И мы четвером туда вошли и закрыли дверь, и никто больше не смог пойти. Правильно. Вот мы остались четвером. Еле успели. На улице радиационная пусто. Так, мы не пойдем никуда в первую неделю. Я пойду. Ты пойдешь сразу? Я иду, да. Он хочет сдохнуть, чтобы потом РП не отыгрывать. Я иду, хуя.
Нет, ты не идешь. Почему? Я иду с чемоданом всегда. Ты не идешь с чемоданом, когда радиация? Я вернусь живым, мне похуй. Радиация. Чел, радиация. А, ну давай, играем в РП. Ебаная женщина сидит, командует. Это по-твоему, да? Почему они ссорятся? Это, блядь, когда сидит рыжая девка. Заткнись ты, блядь, ты заткнись, патриархат свой распространяет. Я сказал, я пойду, а она, нет, иди. Свой патриархат распространяет, пошел в пи***. Мужик, мужло ебать! Так вот. Ты чё, рыжий? Да! Ну, бля, ну, родители. Да, бля, ну, мне родители, иди нахуй. Мы все равно правы в этом мужике. Тед сказал, что в его жизни не происходит ничего новенького. То есть апокалипсис это... Вообще ничего нового, заебись как дома. Ты в наилучшем состоянии. Я нормально, у меня хорошо. Я попить, поесть. Нихуя. Собирайся, блядь. Дрейк, дрейк, собирайся, собирайся. Я тебе, блядь, сейчас ты будешь сосать, слышишь? Не будет, вообще. Сейчас все готовы перегрызть друг другу глотки. Как это произошло? Быстро. Да, похоже на правду. Да, похоже. Короче, пацаны, мы делаем сейчас вылазку в Брёхово. Мы делаем вылазку в наш дом, где мы сдохли. Блядь, радиацию, слышите? Мне надо идти. Ты не пойдёшь? Я иду. Ты не пойдёшь? Он идёт за едой, которая у нас в морозильнике осталась. Нужно её забрать. А, жажда. Я ничего не буду. Надо воды, дай воды. Не-не-не, пока не надо. Я пошёл, давайте. Тоха идёт с чемоданом. Ага. Сделай анимацию, как будто... Подожди, стой! Что есть? Стой! Ничего. Папа! Фонарик мне дай, фонарик. Папа! Фонарик мне дай. Сядь на место, тварь. Ну, папа! Сядь на место. Ну, папа, я хочу проститься с тобой. Сынок, послушай его, сынок. Папа! Сынок, сынок. Объясни тебе фонарик, объясни мне. Чтобы светить. Там не темно. Там ты днем идешь, блядь. Днем идешь. Я ночью это буду, где, блядь? Домой-то? А, ты же он что? Куда ему фонарик? Дай, он его 3 дня дома не будет. Нет, фонарик нужен, чтобы спастись. Ты дура, дай спасись, фонарик. Дай ему фонарик. Дрейк, мы играем по РП, дай ему фонарик. Привет. Я бы дал ему фонарик. Хозяйка, пожелай, пусть будет лен. Все, давай, Ток. Все, пока. Папа! Папа! Удачи тебе! Спасибо, аноним. Так, мам, ух, надо поговорить. Так, Дрейк, давай будем сразу. Ты остался вот в этом бункере со мной и с Люхой. Так. Объективно, ты, ну, на птичьих правах здесь. Нихуя. Не, я здесь самый старший. Просто смотри, ты самый ебабельный. Да. И самый старший. И самый... Ты здесь... Нет, мы же играем в отца, типа. Давай будем бить. Просто смотри, вот этот, у меня до апокалипсиса секса не было полгода. Я просто в туре был на 800 городов. Но кого это волнует? Меня, я хочу, чтобы... И меня. Я хочу... Ну поебись. Нет, ты не понял, я хочу, чтобы он был тебя, а я смотрел на это. Ладно, продырявьте банку супа, я ебал. Так, банку супа или шашку? Шашку мочи. Или вот этот замочек. Так, ну я хочу пить. Максим хочет пить. Я тоже хочу пить. Илья тоже хочет пить. Все хотят пить. Так, кто-то сильно барабанит в люк. Я пойду посмотрю. Отыграйте РП. Я пойду посмотрю. Пошли вместе посмотрим. Давай лезть, подержи. Не, отыграйте стук. Давай, стучи. Кто там? Соседи охуели. Я пойду посмотрю. Я мы очень боимся открывать, хотя это могут быть пойдем хорошие вместе. Новости. Мы не боимся. Подожди, подержи посмотрим. Чай, мам, подержи чай. Пошли посмотрим. Мы пойдем с... Подожди, горячо. Да, блядь, ты заеб... Поставь на стол. Это последний кипяток, блядь, после конца света. Да, его больше нет. Это раритет. Макс, на бутылке наступил. Все, ладно, погнали. Посмотрим. Мы погнали с ним. Так, я открываю. Так, иди сюда, блядь. Я открываю. Ёбаная хуйня. Чё там? Всё, стреляли, так, ну вы вернулись. Да. Мы открыли, никого не... Там никого не было. Там никого не было, но я... Короче, ну они были, но мы их наебали. Там никого нет. На. Там никого нет, но мы им наебали. Да, мужики! Есть, нахуй. Мужики! Вот так. Сегодня мы играли в несколько игр. Какие? Какие-то. Слава богу, я ушел. Там радиация фонит, пизда. Тохи. Так, пацаны, там что-то на стене. Пацаны. Сегодня мы решили поразыгрывать сценки из своих любимых фильмов. Ты пришел ко мне за водой, но делаешь это без уважения. Я найду тебя и убью. А ты какой из его фильма? Нет.
Там, где два ковбоя в палатке будет. Ты ебал, вали, ты съебал. Тебя нету здесь, блядь. Сейчас. Я забыл все фильмы. Такси. Ту-ту-ту-ту или что в дебре? Никто не хочет кушать даже. Жесть, блядь. Так, слушаем радио. Включи это ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Что Тохи долго нет, блядь. Тохи что-то нету. Парни, я в массажке. Нам удалось поймать сигнал. Отлично, дорожное радио есть. Отличные новости. Нас спасет. Большинство радиоактивных осадков уже развеялось. Ну, нас спасет правительство, заклепьте и Хессу скиньте. Так. Будто кто-то пристально смотрит на нас из-за угла. Мы думаем, что это крыса. По крайней мере, выглядит как крыса. У нас... Там нихуя нет, забей. У нас нечем, блядь, бить крысу. О, вернулся! Ты реально вернулся? Ну чё, только чё раз... Бля, ну еб... Бля, только что ты выглядишь, что вы по-ебански. Да я нажрался, бля, похмело пришел, бля. Фонарь разъебанный, посмотри, бля. А чё он принёс? Бля... А чё, вот, принёс. Минус одна еда. Плюс одна еда, плюс одна вода. Плюс ружьё, плюс карта. Не, кстати, Тоха нормально сходил, неплохо. Но у нас нет аптечки, бля. Ну, короче, Тоху просто корми хорошо. Да, кормим и поем. Да. Я добился своего. Ради этого, да? Ради этого дошел. Всем водички. Всем водички. Я готов пойти в следующую экспедицию. Хорошо. А я тебе дам замочек. Спасибо, я просто заебался. Слушаем радио. Давай, давай. Поехали. Юмор ФМ. Шутки. Алло. Нихуя не ловит. Нихуя, что-то не поймала, блядь. Мы связались с ними. Армия уже близко, она спасет нас. Есть. Бля, у нас фонарь, правда, разъебанный. Слушай, нас не хватает. Покушаем. Не надо, я ухожу, меня не корми. А, да, ты уходишь. Так, я тебе даю замок. Мне замочек, чтобы я, ну, ебал, заткнул свой. Все. Все, съебался. Ты сможешь, брат. Давай, давай. Так, ну чё, бля. Так, ну чё, снимай юбку, ёпта. Пошёл он. Ты вонючий, ты болеешь. Когда они делали, блядь, давай. Ты вонючий, ты болеешь. Ты в курсе, что я тебя д***л минимум два раза, бро? У нас двое детей, братишка, я тебя два раза сувал, блядь. Мы играем от себя, блядь, долб***. Так я и говорю, от себя. От чё, чистого сердца, бро. От души. Давай не будем трогать грызунов-мутантов. Так, грызунов-мутантов, нападают на запасы. Мстителями ставим. Не, нам нужны запасы, Макс, если они воду сейчас пизду. Да. Тут Оху не сможет есть, кому не стреляем. Да. Стреляем. Алло. Опа. Алло. Ё-моё, мама звонит. Хотя... Ружью, пизда. Ну понятно, баба в руки взяла. Это того не стоило, по-моему. Корми Оху, блядь. У него не голодание. Я наружу. Он болеет. А, я наружу. Я. Мы думали, что телефоны канули в лето. Максим, ты сходишь? Да, я пошел, брат. Все, Макс. Давай, пока. Оставайтесь в этой хуйне. Удачи вам, ребята. Все. Не, Максим сходил. Я пошел, я второй третий с Илюхой. Не, Максим... О, Тоха выздоровел. Чина. Есть, блядь. Похмелим три дня, нихуя себе. Так. Обезвоживание. На, попей я. Макс, ты вообще обжора. Ну да. Все, ребята. Так, я в последнее время не очень разговорчив. Да, да. Спросим, в чем дело. Чтобы она попиздила нам, блядь. Ебал, вальнул. Долорес 21 год. Ты сейчас как это, кука это, сейчас как кукаяка, канарейка запоешь, блядь. Искренний разговор помог Долорес решить внутренние проблемы. Спасибо, хуйсосы. Так, внутренние проблемы. Блять. Опа, в шашки играем. Играем в шашки. А когда я... Где Илья, блядь? Опа, Патрик, блядь. СОС. Так. Что-то надо? Опа, покушать мне надо. Все. Ой, блядь. Блядь. У меня на мышке бин был. У нас есть радио. Давай. Используем. Сейчас сломается, смотри. Не, вроде не сломалось. Где я? Ты... Пизда сломалась, блядь! Пизда сломалась? Да. Где Илья, блядь? На попей. Люк, ты походу все.
Я пошел. Так, по дороге из нашей последней экспедиции мы заметили какие-то рисунки. Было похоже на план Го. Камень, ножницы, бумага. Так он уже был, блядь. Камень, ножницы, бумага. Да, блядь, честно, он уже был. Стоп. Так, стоп, балаган. Я вношу аргументацию. Дрейк, перестаньте меня трогать, блядь. Я вношу аргументацию. Блядь. Максим, почему я? Потому что я уже ходил наружу. Я ходил и принес еду, воду и карты, и оружие. Я знаю... Все это было бракованное, все ты же сожрал. Это ты, блядь, бракованное вышло. Я вообще не потому что тебя по пьяни заделали. Ты дитё, блядь, бутылка виски нахуй. Он, сука, изменял тебе. Да, сынок. Он изменял тебе. Я видела лично. Если бы мы в тот день не наебались. К нам приходила тётя, он изменял. Этот, сука, педагог на... Если бы не бутылка вискаря, нахуй, тебя бы не было. Что ты, блядь, ты в жизни нихуя. Не достиг, бля, продавец среднего звена. Я продавец обуви. Ебало, закрой, я пойду за вещами, найду себе красивого мутанта. О, это Илья? Здорово, пацаны. Ой, ну что ж ты захворал, блядь. А где замок, блядь? Ну, блядь, повесил. Зато он губную гармошку принес, блядь. Короче, пацаны, А не, гармошку нашел Тоха. Смотрите, я шел... О, радио! Я нашел три воды, нашел радио. Нашел еще две воды и проебал замок. Больше нихуя не нашел, блядь. На, покушай, попей. Спасибо, блядь. Кормите меня, поите меня. Зато теперь мы будем жить долго и счастливо. Так, кто пойдет, Макс? Я не пойду. Нет, ты ходил. Я погнал, ребята. Макс пойдет. Давай, братуха. Все, давайте, всем пока. Илья, не кашляй, блядь. Ну извините, болею. Коронавирус. Да. Ёб твою мать! Зараза, меня, блядь. Как обычно, слышишь? Как всегда. Ну пиздец, блядь. Все, мужчины едят, бабы терпят. Макс, тебе что дать? Пока, нахуй, видно! Я пошел отсюда! А что ты хочешь, Макс, с собой взять? Да, что есть, какие варианты? Шашки, губная гармошка. А гармошку, Макс. Давай гармошка, если что увижу. Макс умеет на музыкальных инструментах все. Макс с губами, блядь. Макс с губами умеет. Иди тренируйся. Сейчас такой лут принесу, вахуй. Так, все. Все, давай, Макс. Ребенка в подоле принесет. Не пи***. Шашки же надо было. Все, Дрейк, мы двое бацильных. Шашки из хлеба. Бля, ну это полный пи***. Мне сейчас ничего не останется. Военные опять вещают по радио. А фонарик сломал Антон. Да вы пи***, что там военные? Че? Пока военные кадеты из дома не выходим. Дрейк, побри ноги. Блять, да пошел нахуй. Выздоровей, блять. Пролетели военные. Сегодня мы немного испугались, когда ни с того ни с сего наша карта свалилась со стены. Может быть, в нашем убежище завелся барабашка? Давай, я посмотрю на барабашку. На месте, давай. Где была карта, мы увидели что-то я вроде посмотрю, сейфа. Давай. Я не знаю насчет барабашки, но я бы... Будем взламывать? Ебало, вольни. Мы будем взламывать сейф? Я буду. Мы будем взламывать сейф? Я открою, давай. Давай, Илья. Открывай. Опа. Открылся. Я нашел нам... Что? Ружье. Ни***я себе. Вот, пожалуйста, за это мне еды. За это тебе еды. Так. Обменник. Нахуй, шашки спрей, на эту. Давай спрей. Шашки на дихлофос, а нахуй дихлофос. А, им можно вылечиться, им можно сделать аптечку. А, бля, в натуре. Давай. Давай. Разъебаться болеть. Обмениваем. Коронавирус еб***. Блять, ну оба блядь. Болеют, сопливые суки. Корми нас. Шашки из хлеба. Блять, одна еда осталась. Нормально, сейчас Макс вернется. Так, сегодня пришел молодой человек. Рассказал о своей отважной сестре близняшке. Иди, Дрейк, иди. Ты не болеешь, единственный. Ладно, иди, пойду. Фу, всех слили, блять, фурец нахуй. Ебать, расстреляли. Блять, стрельба! Вы снова, кстати, вместе живете, получается. О, я выздоровел. А ебать, я, блять. Ебать, у меня и умная система. Ебать, тебе иммунитет жесткий. Были вооружены и встретили нас по-дружески. Есть. Найс. Дайте мне пожрать и попить. Я помог, типа. Корми меня. Это кто вообще в порядке?
Вообще ему интересно было, как в жизни слышится. Что мы не ожидали услышать, как кто-то играет на трубе. Было слышно, что играть не профессионал, скорее всего. Товарищ этого музыканта постучал в нашу дверь и потребовал впустить да, веселый. Пускай, пускай, давай, они, давай, они дадут чем там, у нас не хватит. Чтобы могли ограбить богатых. Не, у нас есть радио, у нас есть карта. Они нам дадут 100%, пускай их. 100% дадут. Ты уверен? Они дадут нам что-то? 100% дадут. У нас ни хуй нет вообще, блин. Ну, из еды и воды только, пускай, а так-то у нас доходит. Ничего нет вообще, пускай. Бля, пи***, нас ограбит сейчас. Это нормально, пацаны, это шоу вписка, пускай. Вася, Коля. Так, вписка. А где Макс? Я слышу радио, почему радио? Вот, аптечку дали. О, ебать. В натуре, аптечку дали. Блядь, не трать ее, покорми меня еще, потому что только еды в меня в***. Еды не нету. Надо, не надо, не надо, не надо. Аптечку. Лечить? Лечу, лечу. Да. Ты чё, а где Макс? Похавать положил, блядь. Врубай радио, сейчас может Макс там что-то скажет по радио. Похавать всем мне привет. Надо покушать. Всем привет, с вами Макс Сентин, и сегодня мы играем в новые... Кто стучит? Стучат. Это я Макс залипаю второй. На этого зомби. Уже? А где Макс, блядь? Где Макс? Пока непонятно, попить. Мне ничего не надо. О! А, торговец, ебаный. Не, вода нам не нужна вроде. Не-н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 е-
Опа, Максим. Так, ребятки, я вам принес охуеть чего. Что принес? Заболел опять. Спид. Блядь. Блядь, еда, вода, топор. Не, ну топор заебись, но жрать не. Экспедицию сразу собирайся. Да. Кормим, поем? Но у нас нет еды. Макс, ты можешь потерпеть? Да мне по***, бля, всю жизнь терпел. Не давай ему еды, слышь. Не давай? Я пойду, давай. Макс, ты сможешь пошли, потерпеть? Пошли, конечно. Не давай ему. Я без еды, я продержусь, Дрейк. Макса, корми, я пошел. Дрейк, я продержусь. Ладно, похуй, корми Макса, Хорошо. Макса, я пошел, блядь. Так, что это за яйца у тебя? Что у тебя с яйца в кармане? У меня муравьи-мутанты, нормальная тема. Нормальная. Нахуй твои муравьи нужны? Нормальная тема, пацаны, муравьи-мутанты. Так, поскольку выбор между ними, Макс, мы решаем, мы за кого? Муравьи-мутанты, нормальная тема. Муравьи-мутанты, они нас убьют. Муравьи-мутанты, заебись. У него мутанты в кармане. Короче, я как мужик, он прав, давай выбирай. Муравьи-мутанты, Дрейк. Слышь, в смысле? Кого? Меня, муравьи-мутанты. Не надо, да. Макс за меня. Я так сказал. Мнение я за Дрейка. Мнение женщин. Хуя, блядь, тихо, да. Мнение женщин. Тихо, блядь. Ты мужло, ебаный. Мнение женщин ровно как половина мужского, блядь. Да все, садись ты, блядь. Выбирай, Долорес. Трейк, мутанты, заебись. Выбирай, Долорес. Не слушай его. Мальчика иначе сам сейчас на улицу. Выбирай, Долорес. Тихо, не гавкай, сосед. Короче, выбирай, Долорес. Либо ты выбираешь его, либо сейчас 50 на 50. Пойдешь. Сам на улицу пойдешь. Я пойду. Окей, выбирай его, я не пойду на улицу. Ты же выбирай себя, я не иду на улицу. Хорошо. Сейчас пойдет, крякнет нахуй. Нет. Ну точно не я буду, я болею. Я прав. Все, меня спит. Надо выжить, ребята, у нас все. Кто чихнул? А, это Макс. Пиздец. Кто идет на улицу? Надо подеть. Девка идет. Трейк, ты идешь? Я иду. А что ты берешь с собой? Не знаю. Корми Макса, корми. Топор! Корми Макса. Кормите меня, да. Я возьму топор. Макса, тебе топор заебись. Да. Ты высокий, ты с топора можешь нормально ебашить. Да, правда. Все, я беру топор и хуярю. Погнали, бля. Еды принеси побольше, пожалуйста. Так, все, вытыкайте, мышкайте. Слава богу, он ушел, заебало. Что? От него воняет ты. Прям, вот поняли? Прям вонючая писька. Я типа ушел. Он типа ушел. Его типа нет. Так, пацаны, чем займемся сегодня? Ну... Посмотри, бля, еды ни воды, ни хуя нет. Я еще предлагаю в Dota Turbo. Да можно, только интернета нет больше. Ладно, Макс, мы тебя кормим тогда. Ура. Я ничего не буду. Так, что это? Нам скучно, мы правда умираем со скуки. Сидите смирно. Давайте послушаем радио. Ну, да, нет, смирно сидеть, запрещено. Мы ничего боюсь, что радио сломает? Не, я хочу радио послушать. А никого не ебать, что ты хочешь? Я хочу... Ты хочешь просто сидеть, нихуя не делать? Скипай, скипай. Нам скучно. Скипай, меня не ебет. Друзья. Меня не ебет, скипай. Можно я в тебя выстрелю? Нельзя, блядь. Скипай, ну ничего нельзя. Я в него буду стрелять. Давай, ничего давай. Нельзя, скипай. Поиграем с ружьем, хуй. Ты, пиздец, я в тебя стреляю. Знаешь, по факту, давай, до свидания. Пиздец, ружье. Нормально, поиграли, никто не сломался. Да, видишь? И никто не умер. Кто-то должен был проверить, в каком состоянии ружье. Я проверил, видите, нормально все. Бля, а почему я ранен? Ой, я попал в тебя тоже. Ну я же сказал, что не надо было пи***ть. Ну хуй. Ушеб едой не лечится. Только я же говорил, не надо было спорить, но видишь, я в тебя выстрелил случайно. Я считаю, Илюха прав. Я в твою маму стрелял. Я предупреждал, она уже скорее всего. Да ебать, что за пиздец происходит, блин. О, выздоровел, а нет. Макс выздоровел.
Макс выздоровел, да. Да, вот Тохи ушиб. Ну что, мы найдем тебе аптечку. Ушибся, бедный. Где Дрейк, блядь? Ну не плачь. Пацаны, жрать попей. Нехуй. На, Тох, пей. Видишь, я ушиб, зато можно блядь, есть. Блядь, ничего, жрать ничего. Хорошие новости. Не понимаю, что это такое. Пошел нахуй отсюда, блядь. Бомжара, блядь. Бля, походу Дрейк сдох. Я что-то нихуя не это. А я говорил, Дрейк, не выебусь. В общем, сделай мертвый, пошел кейс. Слушай, Антон. Вот сны еда заканчивается. Нам пизда. Там открыли дверь бункера, чтобы проверить убежище. Чемодан, кто хочет открыть чемодан? Я открою. Давай. Я уже здоровый, так что я могу, давайте. Давай. Так, типа открываю так. Радио вещает. И там еда. Бери ружье. О, нам заглянули близнецы и спросили, есть ли карта. Берите, пацаны, нам все равно не нужно. Где Дрейк? Кто дал им карту? Да пусть посмотрит, я все равно не шарю, окей. Кто дал им карту? А ты умеешь ей пользоваться? Я не умею. Вот, они ее вернули, ёпта. А, ну ладно, все. А где Дрейк? Корми меня. Поздравляю с днем рождения, Дрейк. Желаю тебе счастья и добра, улыбок, солнечного настроения, вот, любви, запасы заканчиваются. Я просто сижу и смотрю в потолок. Со мной все в порядке? Не хотите со мной поговорить? Нет. Не. Ну как хотите. Вообще. Блядь, что это? Вообще не хочется. Может, ты песню пишешь, я сошел с ума. Спасибо, парни, блядь. Ну вы, блядь, охуенные. Ну ебаный брод, в чем проблема, блядь? А что не так? Отыгрываются мы, блядь, что-то? Пацаны, блядь. Меня тоже будет сегодня кусать? У меня интересная ситуация. Один друг сошел с ума, другой умирает. А пуля только одна. Это. Ой, пацаны, потом, чего спасаем? Карты или радио? Радио спасаем, ребята. Спасаем радио, успокойся, все будет хорошо. О! Ну че, блядь? А, блядь. Ты хуй сконченный, блядь. Аптечку вам принес. И все, нахуй. Мудак, я себя чувствую, блядь? Как в финале. А ты чё с тобой, блядь? А чё ты стал, блядь, мастером? Что? Ну держи, блядь. Держи. Так, блядь, ну чё у вас здесь, блядь? Ребят, покушать ещё принёс. Держи, Антон. Выздоравливай, Антон. На, попей. Спасибо. Может, собираем. Я единственный здоровый человек здесь. Илья сходит с ума от скуки и не отходит от отца ни на шаг. Антон. Ну, от Тохи. Сначала ему хотелось поиграть в салочки, потом Антон, в прятки. Антон, давай поиграем, я шел в сумасшедший. Тоха в плохом настроении и хочет, чтобы его оставили в покое. Но Илья не сдается. Как насчет игры в пантомимы? Пошел. Блин, Антон, давай поиграем. Это не пошел. Антон, давай поиграем. Пантомимы — это значит ничего не делать. Это молчать. Пошел он нахуй. Пантомимы — это молчать. Антон, давай поиграем! Я не буду вспоминать. Да блядь! Блядь! Я же умрот сумасшествие! Женька не любит! Ты в меня выстрелил, хуйло! Да, Макс! Я ребенок, что? Макс, ты... Что? Болезнь. Что я болезнь? Ты болезнь. Блядь, я самый больной в мире человек. Я самый больной, мне бы только капельку валить. Самый, да? Я умираю. Заболеть. Я умираю. Илья тоже? Я не болею, я просто немного. Так, кто идет? Я пойду. Тоха может только. Тоха может только. Я не хочу сумасшедшего, ты у тебя устал. Меня отправь. Отправь меня. Да блядь, ты сдохнешь и все. Что тебе дать? С топором. С топором отправь его. Топор? Ебать, психопат с топором. Да. Тебе дать топор? Дай топор. Держи. Фух, слава богу, блядь. Да ему, блядь. Ну все, мы попали. Ой, блядь. Это проебу, блядь. Ну, отлично, блядь. Пить нечего, нахуй. Сидим, хаваем. Спасибо. Вчера оказалось, что... Макс не знает, как писать слово превысокорассмотр...
зрительствующим. Много рассмотрительств. Да. Меня это очень рассмешило. Я заявил, что Максу стоит подучиться. Иди нахуй с уроками. Давай подучись, блядь. Я не сказал, я не буду учиться. Учись, я не буду учиться. Иди на... Я тебя убью. Опа, аптечка. Я тебе не дам аптечку, если будешь пи***ть сейчас. Мама. Мама. Мамочка. Держи. Мамочка, дай аптечку. Бля, пизда. Тревога, кто-то пытается разнести нашу дверь. Дай мне на... Дай всем поесть. Дай мне... Стреляй в него, бля. Давай на... Все, хар... Хорош. Тох, ты один остался. Макс, ты сдох. И ты тоже. Я молчу. Че, давай суп есть, хули. Ты один. Ну мы едим суп, блядь. Давай суп, ёпта. Тоха, просто если это суп, не остается. Видно. Где-то там на реке. А я то живой, ты то там. А я же. Да, все, пиздец. Эх, блять, проебали нахуй. Проебали. Вы погибли. Если бы играли на толстяке, выиграли бы сейчас, блядь. Нет. Да. Ну хорошо. Кстати, если бы Тоха, блядь. Это, там действие очевидно, к сумасшествию идет, он берет... Алло, не буду я с ним играть. Пальнул. Я тебя предупреждал! Я же тебя предупреждал, блядь, ты сам сопротивлялся. Сейчас. Сейчас будет. Червячки. А, там один день был доставки, прикинь. Да? Да. Я сейчас буду оффать стрим. Я себе оффать стрим. Я сейчас буду оффать стрим. День рождения у такой. Вот такой день.